Всем привет, меня зовут Роман, это канал Роман Плей и Euro Truck Simulator 2. Мы держим путь на Италию, осталось нам чуть там 700 с небольшим километров. Сейчас мы находимся в Чехии, город Брно. Так, давайте выбирать маршрут дальше. Чтобы нам доехать до Италии, не знаю, сейчас, наверное, это получится... Так. Нет, Венгрию нам не надо. Обратно в Польшу. Словакию тоже нам не надо. Так. В Австрии как-то интересно. А тут что, нельзя было проехать, допустим? О! Смотрите-ка. Яблоки. Повезем. Обычно польские яблоки везде едят. Ну, может, они из Польши в Чехию привезены, я не знаю. Так, ну, неважно, как они там были привезены. Дело в том, что сейчас они находятся в Чехии в магазине... в городе Брно на складе, и их надо доставить в Австрию. Как раз таки тут останется вообще мизерное расстояние до Венеции. Так что мы вообще близко-близко уже. И то, что вы мне писали, хотите Италию, вот она скоро будет. Так, все, берем мы эту... Это что? Нет, нам немножко не туда. Яблоки. Медные водосточные системы мы не повезем. Мы повезем яблоки. Яблоки повезем в Австрию, в город Клакен... Нет, Клакенген... Клагенфурт. Во, все. Главное просто не торопиться по слогам произнести, и все. Так, выбрать как место назначения. Актуально в течение 2 часов еще до операции надо. Так, теперь мы взяли не онлайн заказ, мы взяли теперь офлайнский заказик. Так, погнали. Сейчас мы здесь развернемся. Что здесь такое строят? Какую-то ерунду строят. Так. Сколько нам до этого осталось? 51 километр пилить. Так, все, летим за грузом. Отлично, нам зеленый коридор. Так, груз там, наверное, чуть полегче, чем вот эти плиты бетонные, так что нормально там все. Вот пустая такая, резвая вообще. Вот едет этот отгруженный щебеночкой. Может, тебя подтолкнуть? Что вы дергаетесь, что? Нормально еще по расстоянию. А что за зеркало стоит? Тут парковаться можно мордой там не выглядывать, а вот по зеркалу посмотрел. Вот, там еще до бампера еще нормально, можно еще ехать. Ну что там, не едем-то, а? Вообще никого нету, стоят что-то там. О! Да вообще там чуть-чуть осталось, я бы сейчас клюнул этого. Ну, едем, давайте. Ну, было же окно. Вот я скачан специальный мод, чтобы как-то интеллект добавить этим. Ну, все равно туповатый. Меня там груз ждет, по времени ограничено. Давай ты, ну что ты там еле ползешь.
33 минуты до нее ехать. Там 2 с чем-то часа он был актуален. Блин, тут 80. Давайте немножечко нарушим, ладно. Так, надеюсь, здесь полиции не будет нигде. А то я спидометр весь положу уже. Вау-вау-вау-вау. Я такие повороты. Интересно, сколько у меня сейчас скорости? 100. Я чудом встал на колеса. Я просто уже боком там вообще на двух колесах. Так, урон там немного неслось. 11%. Воу-воу-воу-воу. Не, вот это лихачество, конечно, я говорил, что гонять это плохо. Сейчас сам же и поехал. Ну и чё? Не понял. Так, смотрим. Прямые перевозки. Вот наши. Вот видите, сколько уже. Там было почти 3 часа, а осталось 1:40. Если бы, может, не поторопился бы, не успел бы. Так, берем яблочки и повезем их в Австрию. Так, стой, успокойся. Так, вот они наши яблочки. Тут-то прицеп такой поинтереснее, этот-то какой-то вахлянский. Ну ладно, что далее? Так, давайте опустим стекло. Погода у нас сейчас хорошая, стоит такая замечательная. Так, прицепляем прицеп. Как-то так. Так, ну что, погнали в Австрию. Ну вот теперь у нас тягач немножечко нанесен урон ему. Так, Брно направо. Нам, конечно, не Брно. Немножечко в другую степь. Полицаи. Прага направо. Брно прямо, налево. Мадам меня пропускает. Вот и все, и все, не затащить ему, да? Что сказывается, подъемы и все прочее. Надо коробка, двигатель другую ставить. Сейчас денег нету. Нам сейчас нужно немножечко развиться, чтобы нам помимо самих очень громко. Даже окно открыл. Шумно. О, слава, тишина. Ну как бы так, это тоже шумно, да, ну относительно уже меньше. Нам сначала нужно купить гараж.
потом купить еще один тягач, нанять водителя, чтобы он тоже зарабатывал нам денежки. Не только мы зарабатывали. Тогда уже будет проще копить на что-либо. Так, кредиты мы... Давайте вот так вот, без кредитов. Что Евротрак симулятор, что Американ Трак симулятор. Ой, пошел дождик, я тут вижу, что-то хмурится. И пошел дождь. Будем без кредитов, будем покупать только на те деньги, которые сами заработали. Ну, кредит еще это лишняя забота. Постоянно каждый день платежи. Там, допустим, ты не заработал там нужную сумму. В итоге ушел в минус. А мало ли заправиться надо. Я не помню, на минус, если у тебя вроде нельзя даже заправляться. Или можно? Вот не помню. А ты-то куда? Ну и что ты встал? Главное, встал, дорогу мне перекрыл, проезжай. Ну, спасибо на этом. Что-то дождик-то заметил хороший к вечеру. Не знаю, не быстро дворники. Так, а сколько нам пилить-то? Вот, 355 километров осталось. Нормально, на том светофоре постояли, на этом давайте постоим. Мусорка. Ну тут мы поставили ногу, только остановились, а уже поехали, так что нормально. Так, 351 километр остался, да? Так, у меня примерно осталось, ну, чуть побольше, наверное, треть бака. Да, вот такой дождь, я помню, и ночь была вообще темно-темно. У меня еще не были фары такие яркие. Еще не было этого мода установлено. Видимость, конечно, была так. Это что-то типа такая какая-то дамба. Так, я уже почти 100 лечу. При разрешенных-то 80. О, граница с Австрией. Да, получается. Причем бензин? Вообще непонятно причем. Да, все. Австрийская граница. О, здесь вообще 70. Нормально. И там мы 80 хотя бы ехали. Тут вообще 70. Ну да, вот мы в Австрию въехали. Круто. Так что этот видосик закончим. И останется там как раз на одну серию доехать до Италии. Чего там волокемся, вообще не понимаю. Разрешено 70, ползем где-то, ну, 60, 55. Так, до отдыха осталось 2 часа 34 минуты, да? В пути мне еще 4 часа 47 минут. Ну да, тут без ночлега никак.
Потому что скоро баньки надо ложиться. Надо искать место для отдыха. Так, а что тут у нас есть по пути-то? Так, заправка, мы уже проехали, да? Угу. А что тут? Тут ничего и нету по пути. Ну вот, если сюда вот заехать, тут как раз примерно на половину пути. Вот тут заправочка есть. Да, вот. Вот тут мы и отдохнем. Ну, ты вообще остановись. Не, мне что-то это вообще накаляет. Едем уже вообще 40. Встречка-то фигачит, даже не обогнать никого. Чего там вообще? Это вообще пошел на обгон. Ну, правильно, не выдержал, да? Давайте мы рванем. Ну правда, это невозможно. Вы что, издеваетесь? Вот. Это еще пустой едет. Я понимаю, он ехал бы груженный, да, там вообще. Вот. Тем более мы еще в горку фигачим. Так, обгон запрещен. Ай. Ну ладно, тут. Допустим, было можно. Что, теперь пошпалил? Какие-то тут ментали. Ту-ту-ту. Да блин, то ты едешь, то не едешь. Например, ты был выгруженный машинами автовоз. Вообще 50. Надо ехать. Так, где тут? Все. Ой, теперь не обогнать. Потому что встречная фигачит. О, разделение на две полосы. Хорошо-то как, а? Ну да, ты еще тут вообще усни за рулем. А он что, может, кстати говоря? Сейчас 36 осталось. А это что такое? ДТП, что ли? Так, Будапешт, не, нам Будапешт не надо. Нам надо в Австрию. Чего там, Линс? Я твоя не понимать. Так, стой. Так, тут же типа 80, а я уже сотню тут поливаю. Под дождик, да, так хорошо едется. Так, кстати, мы не пропустим там. Вот он, такой, полиция. Оу. А там все красиво. И что здесь перекрыто? Я что-то вообще не понимаю. Типа, спасибо. Я что-то не понял прикола. Вот он перекрыл полосу, а зачем? Там даже ничего нету. Ну-ка, нам куда вообще? Так, нам сейчас надо это
Поворачивать. Зачем полосу закрыл? Я вообще не понимаю. Может, тут где-то что-то произошло? Солнышко никак вылезает. Это хорошо. И чё? Ты прикалываешься? Это чё за прикол? Стоит такой не по делах, типа дорога закрыта. А с чем это связано? Ты, конечно, сорян, чувак, но мне туда. Или хочешь, я тут засну? Там что-то случилось, а я сюда поехал. Как-то они там неправильно перекрыли, то надо было поворот сюда закрыть, чтобы вообще нельзя было поворачивать. Что тут натворили, вообще не понимаю. Там что-то остановлена машина. Тут что-то трубы упали. Чувак, аккуратнее надо ездить. Если бы это были бревна, тогда бы, да, пункт назначения бы напомнил мне. Так, ладно, я начхательски отношусь ко всем вот этим. Но у них там, честно сказать, перекрыто было довольно-таки неправильно. Тогда бы надо было съезд сюда бы закрыть. А здесь произошло. Что такое? Машина что-то глохнуть начала. Так, парковка направо, да? Так, что-то меня это нифига не радует. Надо снизить это. Да я вижу, что я еду я достаточно долго. Где тут парковка-то для грузовиков? А, вот она. Я еду слева, смотрю, ковушки стоят. Так, типа так, все приземлили, все, короче, баньки ложимся. Так, мне что-то машина заглохла ни с того ни с сего. Наверное, вот это мои покатушки. Даю это все знать. О, и закончился дождь. Я опять лег спать. Нечаянно нажал не ту кнопку. И что теперь? Я вообще успею? Ошибись. Короче, груз мы везем с опозданием. Нормально, нормально. Мы, короче, теперь не вовремя доставим груз. Репутация нам... Ай, короче, косяк ходячий. Одним словом. Короче, теперь нам надо торопиться. Причем трындец как-то торопиться. Я вместо того, чтобы завести машину, нажал нечаянно, короче, на геймпаде. А, и он лег опять спать. Так, а полиция-то делает? Здесь полиция была. Или полиция куда-то свалила? Блин, груз с опозданием тебе доставим. Тут что, ДТП какое-то, вообще как издеваются. Короче, нам просто отминусуют все вот эти бонусы. Короче, мы так тебя обойдем. Нечего ползти.
Мне надо круиз-контроль настроить. Чтоб резко, если что, до 80 скинул. Так, все, погнали. Блин, теперь не знаю, какую нам сумму дадут. С опозданием, может, какой-нибудь штраф наложат. Ну, скажем, очень спать хотелось, там что-нибудь придумаем, какую-нибудь отмазку. Там это... На дороге ЧП было. А, на дороге было ЧП, кстати. Скажем, поехали в объезд. Так, полицаев я пока вроде нигде не вижу. Шпалин нормально, 120. Так, уже 130. На поворот оба скидывать было, неплохо было бы. Ну что, а что там такое? Знак 70. Я еще проснулся, думаю, как замечательно, дождика нет. Поедем на сухом асфальте. И тут на тебе, я лег спать, просыпаюсь, и опять дождь. Вот чем хороши онлайн заказы, что там тебя отведет, там, допустим, реально там 14 часов, там 15 обычно. Ну, там когда заканчиваются заказы, а так. Там бывает даже по 19, по 20 часов. И катайся до сколько влезет. Тебе вот главное вот в этот промежуток доставить просто все. Так, нам вроде бы прямо, если я правильно там глянул на знак. Да, нам прямо. Да я разогнавшись был, скорость упала, а если бы не был разогнавшись. Так, ты, конечно, в тему вылез. Все-таки, когда в реальности поездил на машине, да, уже легче играть в всякие эти симуляторы, просто уже знаешь примерно правила дорожного движения, как машина себя примерно ведет. Конечно, это не ощущается полностью, вот, как вот себя машина ведет. Все равно ты маленько не чувствуешь, когда за рулем машины, ты все-таки чувствуешь дорогу, руль, какая вообще дорога, там, покрытие и все прочее. Тут, конечно, все немножечко не то. Ну, близкая к этому. Так, поворот, так я лучше на большой скорости не входить. Как помнится, из предыдущих опытов можно перевернуться на бок. Прицеп быстренько тяжело утащит. Так, сколько нам там осталось-то? Так, 60 километров. Уже меньше. 70. Давайте не будем, а? Ну, я так, чисто на катику. Так, осталось 50 километров.
Нет, что-то погода, не знаю. К Италии приближаемся, а погода лучше-то не становится. Ну, конечно, реже стали идти все равно дожди, но... Они все равно идут. Чувак, тут можно 80 ехать, понимаешь? 80. Ты едешь медленнее, сейчас начну ускоряться. Опять дождь, так было хорошо по туннелю ехать. Так, мне надо направо. Я так понимаю, надо перестроиться. Поворот сделали, вообще ужас. Так, мне опять правее. Никого, да, никого нет. Да, кажется, у меня музыка отключена, чтобы она не надоедала. Сейчас бы она еще тут. Чего? Добро пожаловать в Клагенфурт ам Верт. Чего? Это так называется город. Вы попроще не могли там что-нибудь придумать? О, прикольное такое здание. Вообще прикольное. Так, мне очень налевее. Так, а что мне надо до светофора? Так что там вы стойте. А, вы уже поехали, ну ладно. Так, все, мы прибыли на место. Сейчас нас вздрючат, то, что мы опоздали. Так, так мы не будем, вот так припаркуемся сейчас. Следуйте выгрузку. Если вы торопитесь, можете просто кинуть где вам угодно прицеп и ехать домой. Опс. Так, все, стоим. Так, все, сейчас нас вздрючат. Нам премии. Ой, с опозданием. Сейчас вообще нам по минимуму рассчитают. Слушайте, не так вообще все и плохо. Неустойка за опоздание на 4 часа 2 минуты. Ну, это я еще поторопился, там превысил во много раз. Слава богу, у нас полиция еще не остановила там нигде. Пронесло, так бы это все дороже. Так, нам дали меньше опыта, нам дали меньше евриков на 733. Ну, в принципе, ладно. В принципе, будем внимательнее. Так, нажимаем продолжить. Так, о, у нас же новый левел. Круто, давайте дальние дистанции. Хотя уже смысла нету дальней дистанции. Там до Италии вообще там осталось. Сколько там? 200-300 километров, в принципе, ерунда. Так, срочные заказы. Может, что-нибудь из этого вот прокачаем? То что... Газы вроде водород. Фтор, хлор. А это что? О, бензин, дизельное топливо и... А, так у нас прокачано. Так, легко воспламеняющие твердые вещества, материалы, магний, спички. Ай, не знаю, надо ли мне это.
Токсичные вещества. О, кислота. Хрупкий груз. Давайте вот дорогостоящий груз прокачаем, чтобы нам платили побольше. Так, ну что, как всегда шпарит дождь. Глушим мотор. Ручник. Так, ну что, мы почти уже у Италии. Тут осталась вообще ерунда. Клагенфурт ам Вертерзе. О, как город полностью называется. Так, нам осталось-то всего лишь 382 километра. Вот так вот. Так что в следующий раз мы точно уже будем в Италии. А на этом видосик мы закончим. Все, кто смотрел, спасибо вам за просмотр. Ставим лайки. Оставляем свои комментарии, пожелания, предложения. Ну, там, что вам думается и захочется, то и пишите. Обязательно подписываемся на канал. Всем вам здоровья, счастья. Спасибо за просмотр. Пока-пока.